Знаю, что многим это видео не понравится, это дело религии касается. Я ко всем религиям сразу утверждаю, я ко всем отношусь абсолютно ровно, всем кискам пис, всем пискам кис. Я ровно отношусь абсолютно. Просто я занимаю одну определенную позицию. А некоторые девочки хотят определять эту позицию многократно. То есть мы мусульманки или христианки, мы верим искренне в Бога, но при этом ходим к бабушкам-гадалкам. Кланяемся к ним и делаем ритуалы на могилах, на землях, на волосах, на чьих-то, на зубах, на соплях, на слюнях, на чьих-то. То, что не имеет отношения ни к одной из религий, допустим. Это то же самое, что верить в судьбу и в дело случая одновременно. И в карму еще до кучи. То есть вот судьба это все предрешено. Дело случая это дело случая. То есть то, что не прописано нигде. Вот, а в судьбе все прописано, якобы уже все предрешено. И это попытаться совместить в одно. Это то же самое, девочки, что верить в Бога и ходить к бабушке-гадалке.